В областном центре открылся класс Ассамблеи народа Казахстана. В торжественной церемонии открытия приняли участие учащиеся школы и представители этнокультурных центров. Подробнее в следующем материале. Школьный класс является доказательством тому, что наша страна многонациональна. Под единым шанераком проживают представители самых разных народностей и вероисповеданий. Коллектив школы выразил благодарность Ассамблее народа Казахстана за подарок в преддверии Дня Республики. Сегодня мы открыли первый класс Ассамблеи народа Казахстана вообще по республике. То есть он пока единственный, но я думаю, это не последний. Самое главное начать, остальное все будет. И в принципе сегодня такая дата уникальная, в преддверии Дня Республики. Мы этот день запомним на долгое время. Дети 10-го Б-класса очень счастливы. У них появился новый красивый класс, где они будут пропагандировать мир, единство народа Казахстана. Класс Ассамблеи будет работать по четырем направлениям. Он включает в себя основы этнокультуры и творчества, история, обучение казахскому языку и распространение информации среди представителей других национальностей. По словам организаторов, этот центр станет символом мира и единства. А идея создания данного кабинета принадлежит молодому педагогу этой школы, активисту Рамилю Смаилову. Что такое класс Ассамблеи народа Казахстана? Это молодежный воспитательный проект, контентом которого является учебно-воспитательная работа, направленная на воспитание детей, молодежи в духе казахстанского патриотизма, воспитание поликультурной развитой личности. Присутствовавшие на церемонии открытия представители этнокультурных центров поздравили школьников и выразили теплые пожелания. Мероприятие продолжилось праздничным концертом. Валентина Леонова, Айгерим Токпанкызы, Медет Карим, Ертыс Ақпарат.